К началу декабря выберут главу Челябинска. В мегаполисе начался прием документов от желающих стать мэром. Первые кандидаты уже подали заявление, их будут принимать до 21 октября. Индивидуальные собеседования проведут уже через месяц. Их обещают транслировать в социальные сети и на сайт городской думы. Прием документов от кандидатов в мэры города стартовал с понедельника. Нового главу Челябинска выберут депутаты городской думы, а отбор претендентов проведет специальная конкурсная комиссия. В нее входят депутаты и представители губернатора области. Основная задача – провести качественный отбор претендентов. Уверен, что и представители органа власти, и представители от губернатора эту работу смогут провести качественно для того, чтобы уже городской совет принял решение по назначению главы города Челябинска. Сейчас на мэрское кресло заявились уже два человека – юристы Григорий Невский и Максим Бакулин. Интервью с ними проведет комиссия.